приблизились кульминации нашего путешествия, потому как вообще рассказ, который я начал, можно его назвать как бы путешествие ирландской саги, или как ирландская сага достигла своих берегов. В свое время, это было где-то, наверное, в 2000 году, у меня там мне пришла мелодия, то есть не связывайте ради Бога с той мелодией, которая была мне нашептана ирландской леди. То есть я уже инструментальную композицию сочинил на гитаре. И, собственно говоря, вот 14 лет получается спустя, то есть я приехал в эту игру, ну, собственно говоря, даже не предполагал, что мне удастся там ее сыграть. Но вот в этом городке, это городок Кинсейл. Кинсейл чем славится? Славится, во-первых, своей... Вообще считается, что это один из самых красивых маленьких портов и один из самых очаровательных маленьких городков Ирландии. Здесь много исторических достопримечательностей, и Кинсейл считается гастрономической столицей страны. Здесь великолепные рестораны. В октябре в городе проходит фестиваль гурманов. Ну и, собственно говоря, коли есть вот маленькие кабачки и рестораны, как раз здесь, в Кинсейле, можно встретить вот этот классический национальный ирландский оркестр. То есть это гитара, как ни странно, банджо, флейта, аккордеончик. Ну и, собственно, тогда вот слева от меня сидит вот женщина, она приметила мое внимание, как бы, вот, и задала вопрос, там, ты играешь на гитаре? Она хитро посмотрела на меня, указала пальцем. Я play гитара, я говорю, yes, ну, пойдем, садись за наш стол, дала мне инструмент. Вот, ну, я, соответственно, как бы, конечно же, вспомнил прежде всего про ирландскую сагу. И говорит, ну, Irish songs. Мне его просили там Irish, в смысле, Russian Irish songs, я говорю, yeah. Ну и, собственно говоря, вот тогда как раз ирландская сага там прозвучала, ее подхватили. Вот, и позже вот мы уже беседовали, остались наедине со скрипачом. Вот, и, собственно говоря, вот он записал тогда ее. Он ее записал, и думаю, что они сейчас там ее играют. Но мы, собственно